Знаете, у меня столько любимых стихов. Я их так часто уже читал в этой программе. Ну, я прочту несколько, наверное, потому что, ну, одно разве оно может выразить как-то все мои чувства? В магазине меня обсчитали. Мой целковый кассирша нужней. Но каких несравненных печалей не дарили мне в жизни моей. В снежном, полном веселости мире, где алмазная светится высь, прямо в грудь мне стреляли, как в тире, за душой, как за призом гнались. Хорошо мне изранили тело и не взяли зато ни копья. Безвозмездно мне сердце изъела драгоценная ревность моя. Клевета расстилала мне сеть, глубевшие, как бирюза. Наилучшие люди на свете – с царской щедростью лгали в глаза. Был бы хлеб, ни богатство, ни слава мне в моих сундуках не беречь. Не гадал мой даритель лукавый, что вручил мне с подарками право на прямую свободную речь. А давайте я не буду называть автора. Все равно же все угадывают. А кто не знает, тот погуглит. Я обещаю своих не читать, это был бы нечистый эксперимент. В позолоченной комнате стелеампир, где шнурками затянуты кресла, театральной Москвы позабытый кумир и владычица наша воскресла. В затрапезе, похоже, она на щегла, в три погибели согнуто тело, а ведь, боже, какая актриса была и какими умами владела. Что-то было нездешнее в каждой черте этой женщины юной и стройной, и лежал на тревожной ее красоте отпечаток Италии знойной. И неважно, неважно, что в темном углу, в неуютном и зябком подвале босоногая девочка спит на полу, на тряпичном своем одеяле. Здесь у тетки актрисы из милости ей предоставлена нынче квартира, и там строчку не помню, пыль и плесень стирает с ампира. И когда ее старая тетка бронит, и считает, и прячет монеты, о, с каким удивлением ребенок глядит на прекрасные эти портреты, разве девочка может понять до конца, почему, потрясая нам чувства, поднимает над миром такие сердца, неразумные силы искусства. Или завяжи меня узелком на платке, подержи меня в крепкой руке, запихни меня в тень, в тишину и в тень, на худой конец и на черный день. Я ржавый гвоздь, что идет на гроба, я огожусь судьбине, а не судьбе. А пока обильны твои хлеба, зачем я тебе? Или того же автора. По-моему, последнее его стихотворение вообще. Снег опять пошел, повалил, и с извечным бархатным тактом словно занавес разделил предпоследний с последним актом. Слишком в Гамлете режут и колют. Мне приятнее всегда три сестры, где все просто встают и уходит, и выходит навек из игры. Или как жил, я не жил, что узнал, забыл. Я помню только, как тебя любил. Так взвейся вихрем этого склицания, разлейся в марте талая вода. Рассмейся, жизнь, над словом никогда, все остальное остается в тайне. Циркачка в черно-золотом трико, лети сквозь мир так дико, так легко, так весело, с таким бесстрашным детским, так издевательски, не по-людски, что самообладанием тоски тебе делиться в самом деле не с кем. Или
Если тебе недовольны светом солнца, луны и звезд, вспомни, что существует где-то старенький фермер Фрост. Если в горле твоем слеза, как полупроглоченный нож, готовый вырваться через глаза, ты улыбнешься все ж. Если тебе недовольны света, солнца, луны и звезд, вспомни, что существует где-то старенький фермер Фрост. Лошадь глядит из-под мягкой челки, хрипло поют петухи. Книга стоит на смолистой полке фермеровой стихи. Откроешь книгу, повеет лесом, так безо всяких мус, словно смеющимся надрезом брызнет в лицо арбуз, словно спугнешь великаньи чаще маленького зверька, словно достанешь тыквенной чашей воду из родника. И в этом диком лесном напитке весь отразится свет. Мир необъятный, где все в избытке, но вечно чего-то нет. И снова примешь ты все на свете, и терпкое слово «пусть», и «будь далекий», и «зимний ветер», и «мужественную грусть». А у меня это записано в авторском чтении, я попросил ее как-то прочесть. Видите, сколько я этого всего помню наизусть, и совершенно непонятно зачем. Ну, может быть, как раз вот на такой случай кого-нибудь так поздравить с днем рождения.